Всем привет, с вами Кайзер и Танами. У нас новая версия игрушки Planet Explorer 08 версия. Ура, товарищи! Всем привет. Да, какая скромная Таня. Всем привет. Ребятки, значит, очень много обновили, очень много сделали, что в одиночке, что в мультиплеере. Добавили очень много. Можно даже теперь дома копировать. Давайте объясню, как. Подожди, сейчас будешь объяснять, но для начала... Мы появились в разных деревнях. Да, мы появились вот. Карту покажи. Значит, Таня вот здесь, я вот здесь. Карту вроде бы даже увеличили для мультиплеера, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, может, вообще просто увеличили. Вроде бы, насколько так Таня сказала, квесты появились. Да-да-да, кстати. Сейчас покажу. Давайте посмотрим, а то я не видел еще. А вот у какого НЦПшника, я вот не помню. По-моему, вот эти, что без значков. Сторож... Ух ты, это что за шоп? Наоми. Вот. Что я могу для тебя сделать? Тра-ля-ля, тропаляк, как всегда. Да, она мне дала задание. Действительно, есть задание. Так, я тогда к себе телепортируюсь. Ой, лысая Агата. Заодно и деревушку покажу. Агата, лысая. Агата, кто тебя так обрил? Создатель мира. Шоп. В общем, вот это у меня деревня. Такая вот. Флаг. Левел 1 флаг. У меня деревня покруче, потому что у меня вокруг деревни вот такие вот здоровые-здоровые деревья. А у меня пустоши, мне плевать. Что это моя личная деревня. Так, беру задание. Взяла. Бери. Ура. А что тебе сказали сделать? А, мне собрать... Семена. И мне тоже. Патата, тролята. Грибы, короче, и... Да, мне то же самое. Сейчас себе... А чем собирать? Да, так, по полю бегаешь. А, давай собираешь. Я все-таки покажу, как. Значит, смотрим. Б, да, теперь есть вот тут кнопочка Selection. Значит, это... мы вот так вот выделяем территорию, смотрим, да, вот я выделил территорию. Теперь на уголок, если нажать, появляется, видите, три высоты, величины, да, то есть... Теперь мы вот так вот делаем, выделяем весь дом. Так, тетя, вернись назад, паршивец. А, вот, ты про строительство? Да. Вот я выделил дом, да, смотрите. Нажимаем вот здесь, кнопочка Save. Save. Вот. Save. Да, теперь мы его передвинем так, чтобы я его нормально видел. Да. Назовем его хата 2. И засейвим. Теперь этот дом у нас есть вот здесь. Нет, не здесь, вот здесь. Вот виса. Вот. Должен быть, во всяком случае, где-то. Да. А где? Тут непонятно, дом построили, нельзя. Короче, подняться. А где-то, подожди, а где он должен быть? Кто? А ну, сейчас, подожди. Он же где-то должен быть, да, на Б. То есть он где-то должен быть. Так, на Б. Значит, и вот мы выбираем Selection, нет, меню. Вау. А, во, Building List есть, слушай. Вот, теперь берем, наверное, хату, да, и нам показывает, что нам надо. Кстати, ветка этого... Крафта. Крафта тоже изменилась. Да, кстати, и конкретно я тоже покажу. Изменилась. Мне вот так. Мне крафтить нечего, я не могу показать. Так дерево сруби. Дерево. Так, сейчас давайте так. Опа. Короче, окошко увеличилось в разы. Так, Б. Оно было намного меньше. Так, это восьмерка, это девятка. Здесь у нас на единичку уходит. Нет, на четверочку, как у меня привычка была. Так, и здесь мясо. Все, больше ничего нету. Очень жалко, что даже еды у меня нет. Да, такая хорошенькая. Маму, наверное, увидела. Хозяйку. И, кстати, появилась такая штучка, как можно обмениваться своими творениями. Да, вот свой ИСа можно передать человеку и... Он может сделать себе такой дом. Так что это очень прекрасно, это прикольно. Это ня-ня-ня-ми-ми-ми. Еще одна плохая новость, это то, что убрали шоп. Да, и сделали торговцам в ограничение денег, кстати, если что. Да? Да, у торговцев ограниченное количество денег. То есть нельзя просто теперь все брать и продавать. Ага, сейчас я тут напродамся. Не, у них теперь ограниченное количество денег. Так что надо... Стоп, а почему я спать не могу? Типа, день еще на дворе? Ну да. А зачем тебе спать сейчас?
проверить кровать. А что это? Я работаю, а ты спишь. Как это так? Слушай, я сейчас к тебе телепортуюсь, потому что у меня тут ничего нету. А, ты здесь решила поспать? У меня нет, крупные деревья и у тебя там пустошь. Так ты же сказала, что у тебя классно. Не, в плане дерева это хорошо, а в плане... Нет, ты же говорила, что у тебя там классно. У тебя там грибы есть? Заделись грибами, а? Сейчас посмотрим. Я не могу себе компаньона взять. Ладно. И сторож теперь не общий. Почему это? Потому что теперь сундук не общий. Да ну? Да. Чего? Публик инвентори. Слушай, тут люди понасовали своих уже... All Isles написано. Оружие есть разное, уже поставлены. Посмотри. Куда? У кого? У этого NPS-сториджа? Который... Не-не-не, правый верхний угол. Ну? Самый нижний значок, который отдельно стоит. А, так это творение, да, я ж об этом и говорю. Ты можешь скачивать и себе ставить. Ничего себе. Я же об этом тебе говорила. Кто-то меня не слушал. Я вообще никого не слушаю. Локальные темы у меня есть. Ой. И мы к вам продолжаем. Да. У нас все хорошо, мы делаем квесты. Да, я себе нашла. Дерево я срубил. Иду нашла себе. И смотри, у теперь у компаньона цвет ника меняется в розовый цвет. А еще предметы высвечиваются. Да, подсвечиваются. А это что такое? Что это? Это ничего. Что это? Это. О, это одежда. Дайте мне еще одного компаньона. Дайте мне еще одного компаньона. Зачем мне тебе? Они ж голенькие сейчас. Ты их сама должна будешь одевать, обувать. Да, кормить. Это понятно. Их кормить надо. А, кстати, да, я читала обновление, там написано, что неписи теперь кушают. Да, их надо теперь кормить. Не думайте, что все так просто. И кажется, я создал мир без монстров. Ты что, серьезно? Да. Пошли в лобби. Там в настройках поменять что-то, можно. Что-то мне так кажется, что я создал мир без монстров. И это меня не радует. Ну ничего страшного. Для начала мы покажем все, что есть. А, да, теперь, значит, крафт. Не понял, почему у меня весь крафт существует опять. Или это то, что я... Странно, у меня весь крафт есть. Ну, правильно. А, да, мы же ты же открыл вот, эту. Мы же мультиплеер. Ларёчек. Ларёчек. Так. Вот смотрите, вот теперь вот так будет. И если что-то тяжелее, ну, крафт, да, какой-то более мудрёный, то оно будет показывать вот так. Как так? То есть, ну... Сейчас, подожди. И если нажать сюда, мы переходим... А, ветки такие? Да. Вот это очень интересно, вот это веточное. Да. И теперь мы можем сразу смотреть, что мы можем, что мы не можем делать. Блин, вот эти деревья будешь рубить, задолбешься рубить. А где ты грибы нашел? А у тебя в лесу. Классно. А что это такое? А что это? Ну его рубить надо? Так, это мы сделали. Теперь мы сделаем деревянную лопату еще. А че я не могу это срубить? Че, ну просто для красоты? Я не знаю. Так, и, наверное, мне нужен меч. Не нужен тебе меч. Нужен. Нет, не нужен. А, я пока не буду делать меч, правильно. Он мне пока не нужен. Пока что он мне не нужен. Так, я поставлю лопаточку на троечку, топорик на двоечку. Не хочет. Так. А ну-ка, давай, руби. А чё не рубишь, слышь ты? Блин, они не рубятся, реально. Кто? Вот эти деревья. Большие? Вы чё, прикалываетесь? Или я не с той стороны стала? А, не с той стороны стала. Меня рубятся. Не с той стороны стала. Не, я их год буду рубить. Я их золотым топором долго рубил, а простым топориком это год. У тебя там классные деревья возле деревни. Да, у меня там шикарные деревья просто. Для начала. Самые шикарные. Я имею в виду для начальной игры. Да, для начальной, для любой игры. Самые шикарные деревья всей игры. Это именно у меня. О, а кто это бегает с зеленым ником? Я не знаю.
Сейчас у тебя тут себе неписи наберу и к себе отведу. Не наберешь. Я последнюю забрала. У меня показывают, где я должен делать квест, представляешь? Я такой неправильный. А нет, мне показывают, кому я должен делать квест. Так, я закончил. Где ты грибов насобирал? Вот нет, я не закончил. Нет, я не закончил. Чё она хочет? Чё она хочет? Она хочет, чтобы я ей собрал семена. Я вот эти семена должен собрать, и вот эти семена, и вот эти. Ясно. Так. Чё я должна собрать? Ты то же самое должна собрать в 10-кратном количестве. Награда? Чё, это еду? За еду я вот это бегать должна по локации? Да, ты за еду, да, ты должна за еду бегать по локации. Жесть. Мучиться. Да, мучиться просто, мучиться за еду. О, я пальмочку срублю. Она быстро рубится. Я за доброе слово тут впахиваю, а ты за еду. Она мне говорит, я тебе спасибо скажу. А вот Таня говорит, я еду дам. Она хорошая, она молодец. Классно теперь, она что... пошла рубить не то, что ты, говорит. Появляемся в разных местах, то есть не будет, да, одинаковое видео. Да, шанс облапать больше территории, да. То есть можно посмотреть, что у меня творится на видео, что у тебя. Угу, да, не забывайте смотреть, что у Тани творится на видео. Там такое творится, вы бы видели. О, да. Я когда захожу и смотрю, что у Тани творится, сначала краснею, потом лайк ставлю. Не так. Ты заходишь, смотришь видео, видишь такое, что автоматом ставишь лайк от испуга. О, твои координаты вижу. Да ладно. У тебя над полоской здоровья показывают координаты. Ну вот, спалился. Мало того, что на карте показывают. Представляешь эту карту, чтобы открыть вот эти все черные места? Сколько надо бегать? Сериал на год растянется. Не, ну мы за кадром будем бегать, конечно. Конечно. Слушай, я предлагаю от твоей деревни к моей протянуть дорожку. По воздуху. Построить. А рельсы ж теперь можно строить. Да, монорельс. Вроде бы можно, вроде бы, не знаю. А вроде бы не можно. А сейчас посмотреть в крафте, что там есть. Что-то мне смешно, я не знаю. А, еще новый движок, не двигатель, а батарея новая для автомобиля добавлена. И, кстати, пропал вид от первого лица. Airship Thruster есть. Ничего себе. Слышишь, что я говорю? Вид от первого лица пропал. Да ладно. Да. Мотор для лодки. Короче, лодки можно строить, ребят. Пока там Таня разговаривает сама с собой. Я дерево рублю. Да, порублю за дерево. А кому дерево порублю? Блин, так мы появились почти на одном уровне. Мы запросто можем дорожку пропилить. Да, дорожку проложить и потом... дорожка. Кататься. Так. Что это? Что это такое? Что за флаг? Что за флаг? Ничего себе, сколько тут надо для флага. А зачем флаг? Я не знаю. Не, я думаю, ты мне расскажешь. Я просто рада, что так сделали мультиплеер. Что можно... Где монорельс? Вот вопрос. Монорельс? Да, вот может здесь. Декорации. Это окно настолько большое, что оно не вмещается у меня. Так, это декорации. Ступеньки. Монорельс. Ты такой монорельс. Так, двигатели. Слушай, а по-моему, раньше нельзя было вот эти штуки крафтить. Какие? Ну, для автомобилей. Или можно было? Какие? Ну, вот эти заготовки, рукоятки от меча. То есть для, для ружья. Нет, нельзя было. А сейчас можно. Ура! Так, это ресурсы. Это ресурсы. Так, я не понимаю, где... Это аптечка. А вот, по-моему, тут. Где? А, это турели. Tools.
Хм. Оставим это задание для подписчиков. Покупайте игру за 15 баксов, ищите, где монорельс. И если найдете, напишите нам. Да. Версия 0.8. Iron Bed? Да, Iron Bed. Warhouse Door? Угу. Так тут нет... На каком-то языке разговаривают. Да, Неписи тебя этому научили, да? Как там включить... А вот... Я когда-нибудь обязательно допилю это дерево. Ты тоже мучаешься. И, по-моему, сейчас усложнили рубку деревьев. Не знаю. Так, сейчас посмотрим. Какие-то новые логи, какие-то... Ну, очень много нового, очень много. А осенью они обещают, где-то в октябре, они обещают еще больше всего добавить. Вот, будет игрушечка у нас просто ля-ля. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, это все машины. Пытаюсь найти твой монорельс. Не найдешь. Иди порыбачь. А удочка? Там и монорельс. А удочка? Ну так, это все в будущем. Значит, монорельс в будущем. Я срубил что-то. Зачем я это сделал, я не знаю. А я вот это хочу срубить. О, я внутри дерева. Везет тебе. Давай-давай. Кто мне расскажет, что я должен собрать? Нет, я знаю, что я должен какие-то растения собрать. Особенно семена из них. Я не очень понимаю, как эти семена. Там, по-моему... А, не, подожди. Семена по-другому. Семена надо выковыривать. Короче, не помню, как. По-моему, надо взять в руки лопату. Не-не-не. Сейчас я попробую. Подожди. Они автоматом рандомно выпадают из этих растений. Подожди. 100%. Подожди. А, грибочек! Точно. Что-то тут рандомно. Наверное, вот, сид собрала. Ура, грибочка? Да. Грибы всё. Будем садить. А я пока без... Я эти собираю. Орешки. А я не могу найти... А что я вообще ищу? А что ты вообще ищешь, а? Темнеет. Иди работай. Темнеет. Спать. Пошли спать. Раз темнеет, значит спать. А вид от первого лица на какую кнопку был? Ну, колесико крутишь до упора. Колесико до упора. О, все, нету упора. Я же говорю, убрали. О, деревянная кровать. Теперь, да, оно подсвечивается. Теперь, видите, вещи подсвечиваются. Ля-ля-ля, если вы на них ля-ля-ля. Так, sleep, yeah. Нифига. Минимум. Турн, нет, тут нельзя спать. Наверное, надо сделать свою кровать. Да, уверен. Да, конечно, уверен. Может, не слишком стемнело, еще только 19 часов. Может быть, я не спорю. До 8 подожди. Подожди, да, до 8. Крафт. Я хочу скрафтить меч. Ой, эту... топор. Топор. А где постель? Вот постель. Нам надо 4 дерева. У меня нету 4 деревьев. Да ладно. Вы прикалываетесь. Блин, мне так нравится это обновление. А у меня нету 4 деревьев, оно мне не нравится. Все. Я забрасываю. А у меня есть. Слушай, тебе дать деревьев? Нет. Я поделюсь. Я поделюсь. Нет. Да поделюсь. Нет. Я сам нарублю. Сами с усами, как вы видите. Давай, давай. На моем скине. Я из-за тебя не создала топор себе. А-а-а-а. Как же ты нарубила деревья-то? Кулачками выбивала? Ножичком лазерным. Все, есть вот экс. По-моему, я их 2 создала. А-а-а-а. Капец! Заглючила! Тебе один дать топор? Не-не, у меня есть, спасибо. А куда его продать? Неписи свои отдай. А зачем? Продай. А где моя непись? Так она не будет рубить деревья все равно. Ну и что? Что она будет с топором? Все, у меня есть материал. Сел. Так, я теперь могу создать кровать. А ну-ка, создавай.
Создаваем. Так, есть. Так стемнело, что я ничего не вижу. Айтем. Пум. Ну. Давай... А, нельзя спать. Давай слипать. Нельзя. Еще рано. До 8 жди. Заберем. Ух ты, как оно забирает теперь. Ничего себе. Как? Не хочу проверять. Не хочу портить обстановку в доме. У меня заглючило. Да, у меня заглючило немножко. Слушай, а что-то кровать прям в... Тут вырубить надо, наверное. У меня заглючило, по-моему. Да? Турм. Вот так. Все нормально. Слипай, так. Слипай. Нет, нет, не хочет. Ну, рано еще, наверное. Так стемнело. У меня светло, хорошо. У тебя что, темно? Да не обманывай. У нас тут светло, ясный день. Серьезно, ясный день. Шоп тебя. Ясный день. Хочется спать. Наголовный фонарик купить хочу. И это тоже. Шоп. Вещи есть. Так, это растение. А что у тебя есть? И самая плохая новость. У меня, ну, из-за этого апдейта, короче... Мир удалил. Сохраненки полетели все. Ну да, мир, он, грубо говоря, полетел. Стань на 50, стань на 50, это можно продать. Так, обычный фонарик. Да не надо мне обычный фонарик. Вот, смотри, у неписи 619 мяса написано. У моей. А, это типа сделали как в Скайриме? Это сделали как в нормальной игре, где... Ну да. В этом, в Скайриме также день. Если денег нет, то тебе будут предупреждать, что у него нету денег. Так, подожди. То я сделал глупость, я продал еду, теперь надо заделиться с едой. С этой... Так, я ей дам по голове. Мне фонарь надо, наголовный фонарь. Дайте мне фонарь. Ух ты. Таким интересным цветом подсвечивается. Так, ты у нас пока нет. Ты, шоп. 613 мяса. Ага. У тебя сколько? У меня 1000. Да не, я не у тебя спрашиваю. И есть хранилище у одного из тетушек. А где мужики? Слышь, у меня вопрос. Нету, ушли на фронт. Че я одни один остался. Бабы? Я один остался. Все ушли на фронт, я один. 526 у этой. Все. Это у меня гарем теперь будет новый. Блин, а что мне делать? Одни бабы. О, я сторож нашел. Слушай, а может они появляться будут со временем? Мужики? Да. Ну, неписи, в смысле. Ну, тогда мы им войну будем объявлять. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. О! 100 единиц дерева надо принести. Да-да. Подарит оружие. Да ты что? Да-да-да. Какая добрая, а? А на этом мы заканчиваем нашу сказку. Да? Неписях, да-да-да. Подождем утра, пока на дерево. Ну, рубим дерево всю ночь, короче. Вот, ждем утра и следующую серию. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели. Сейчас проверим кроватку быстро. Кроватки нам нельзя, ничего. Вот, спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться, не забывайте заходить на канал и смотрите видео. Да. А с вами были Кайзер и Танами. Всем хорошего настроения и пока-пока. Всем пока.